Моя голова. Что случилось? Кто-то ударил меня. Я ничего не вижу. Никак. Кто-то запер меня здесь. Дверь плотно закрыта, и здесь нет окон. Дышать стало тяжелее. Плохие новости. Скорее всего, это какой-то рентгеновский аппарат. Возможно, он был нужен Диосу, чтобы проверять картины. Крышка плотно прикручена. Будет тяжело, но мне кажется, я смогу это сделать. На склянке написано, что газ взрывоопасен. С помощью него я смогу открыть дверь? Это может сработать. Но только если взрыв будет не слишком сильным. Тогда последствия будут весьма печальны. Неплохая мысль, но кто знает, насколько взрывоопасен этот газ. Мне лучше укрыться. Неплохая мысль, но... Неплохая мысль. Этот металлический шкаф кажется довольно прочным. Возможно, он мог бы защитить меня от небольшого взрыва. Есть только один способ это выяснить. А вдруг взрыв окажется слишком сильным? В кино все это кажется таким простым. Ладно, нужно взять себя в руки. Надо просто думать о том, как я окажусь в своем офисе в Интерполе. Ну все, была не была. Чёртов Останкович, во что он меня втянул? Труп в коридоре, разрушенная квартира. Надеюсь, меня никто не заметит. Будет нехорошо, если кто-нибудь свяжет меня с тем, что здесь произошло. Только этого мне не хватало, полиция. Надо как можно скорее ехать в аэропорт. Да, так можно незаметно улизнуть. Лиссабон, такси. Вам помочь? Извините, вы говорите по-английски? Конечно. На этот раз ты закрыл ящик Пандоры вовремя. На этот раз. Говорю тебе, Лара, довольна играть в игры. В следующий раз все может закончиться гораздо хуже. Попомни мои слова.
Прошу прощения, у меня срочный звонок. Да? Макс, у нас проблема. Большая проблема. Как будто раньше у нас их не было. Где ты находишься? Что случилось? Я еду домой из аэропорта. Я была в Лиссабоне. Навещала Диаса. Подожди-ка, ящик Пандоры — это... Аурелио Диас? Никогда бы не подумал. Надо было мне раньше сказать. Тебе туда вообще не стоило летать. Я слышал, что у него с головой не все в порядке. Его там не было, но кто-то напал на меня и чуть не убил. С тобой все в порядке? В порядке? Сейчас, дай-ка подумать. Я вломилась в квартиру какого-то жуткого извращенца. Кто-то дал мне по голове и оставил задыхаться. Потом этот кто-то убил бедного парня, который просто проходил мимо. Ах да, чуть не забыла. Часть дома я подняла на воздух. Так что нет, со мной не все в порядке. Хорошо, я сформулирую вопрос иначе. Ты ранена? Нет, не ранена. Не волнуйся, я справлюсь. Мне просто нужно успокоиться. Ты что-нибудь нашла? Не сказала бы. Диас отправился в Шотландию, чтобы убедиться в подлинности какой-то очень дорогой картины. Но я не знаю точно, где он. Возможно, где-то в окрестностях города Лэдибэнк. Лэдибэнк? Ну, конечно. Он отправился в Тиэну. Кто такой или что такое Тиэн? Тиэн — это миллионер, который занимается украденными картинами. Человек, который ничем не брезгует. Однажды я пытался продать ему подделку и едва смог унести ноги. Держись от него подальше. Сколько историй записано на страницах старых книг? Какие секреты скрыты в редких манускриптах? Как же просто раствориться в океане слов и плыть по течению времени. Забыть, что пора уходить. Макс, библиотекарю плохо. Надеюсь, ты сможешь вызвать скорую помощь с мобильного. Позвони им, я останусь с ним. Мне пора, но я повторяю, чтобы ты меня поняла, забудь о Тиэне.